Итак, сейчас мы с вами сделаем ушки. Беру проволоку и смотрю, где она у меня будет заканчиваться. Значит, загибаем. Сейчас отстригу. Сейчас загну и отстригу лишнее. Так вот, отстригаем. Плоскогубцы — классная вещь. И вот так мы их оставляем. Именно вот так мы на них будем крепить. Значит, делаем попрямее. Примеряем, чтобы налезли. Чуть-чуть можно вот так, а потом уже так вот над ушами. Оно все держится у нас. Так, теперь берем. Нам нужен будет клей. Нам нужен будет лоскуточек такой вот длинненький. Я хочу розовым это все сделать. Можно атласной лентой. Вот как удобнее вам. Значит, я еще подумала, возьму-ка я фоамиран. Вот я подушку делала для сапожек. Я ее склею таким образом. Два слоя склеила. А можно даже и третий слой еще склеить. Будет плотнее. Да, точно. Клеим еще один слой, и из него, вот из этого фоамирана, сейчас он высохнет, вырежем кружочки. Потом вырежем кружочки из меха, и все, и у нас будут готовы ушки. Ушки, я думаю, мы сделаем. Ну, вот такие вот попа, вот так вот будет у нас. Сейчас нарисую. Взять бы, конечно, лучше бы какой-нибудь. О, у меня тут даже есть какие-то штуки. В принципе, копейку какую-нибудь берем. Так, смотрим. Открылась. Смотрим. Копейка большая. Ну, ничего, сделаем, в общем, вот такую из этой копейки. Чуть-чуть поменьше. Чуточку ее поменьше. Просто. Главное, кругляш, чтобы был так. И сейчас он у меня, видите, не хватит. Поэтому я чуть-чуть найду на этот кругляшок. Наеду, вернее. И буду вырезать вот так вот, вот посерединке. Вот так сейчас съеду. То есть это будет у меня не кругляшок получается, а делаем кругляшок. Вот так. Ну, не хватило. Что теперь поделаешь? Так, пока он у меня клеится, я сейчас, ладно, вырежу. Кругляшочек. Знаете, даже как надо было? Надо было вот этой стороной приклеить уже, то есть одну сторону сюда, а вот сюда еще одну сторону, чтобы закрыть вот это вот. То есть придется еще фоамиран доставать. Так, это у меня прям спонтанно рождается чудо. Два кружочка, можно сказать, что они даже кружочки, а не квадратики. И вот здесь я возьму обгрызочек. Так, ладно, дальше, пока они у меня, надо было, ладно, мысль убегает вперед. Хотя надо вот эту штуку обмотать, пока она будет сохнуть, мы сделаем все остальное. Давайте. Значит, берем клей. Ой. Берем клей и мажем вот эту часть. Мажем часть эту и начинаем приклеивать. Ленточка у меня, то есть это трикотаж у меня, я не знаю, насколько его хватит. Но сейчас будем пробовать. Вот таким вот образом. В принципе, даже можно было бы и зашить. Но натягиваю. Он, кстати, тянется хорошо, поэтому я буду его натягивать и вот так наматывать. Тут уже я клеить пока не буду. Я тут намотаю хорошенечко и приклею вот на этой стороне уже. То есть можно чем угодно это все обмотать. Как вы поняли, да? Атласной лентой,
любым вообще, любой длинной ленточкой. У меня просто розовые колготочки, и я решила розовую вот эту штуку сделать. Хоть что-то будет такое совместное, гармоничное по ансамблю. Так, теперь надо здесь сделать так, чтобы не было ничего видно. Так, и берем клей, смазываем. Кстати, надо было смазать всю дужку, а я что-то смазала только вот эту последнюю часть. Ладно. Будем надеяться, что она выдержит, никуда не откроет ничего. Так, теперь вот эти штуки надо будет приклеить вот сюда. Закрыть их, наверное, я их закрою все-таки, знаете, чем кожей. Она более лучше будет. Так, и мех вырезаем, пока у нас там приклеивается все. Вырезаем кругляшок из меха. Также отстригаем так, чтобы кругляшок, чтобы мех не отстригся весь. Стараемся сделать кругленьким. Ныряемся. Отлично. И приклеиваем. А давайте сначала вырежем вторую, прежде чем приклеить, чтобы они были одинаковые. Так. Сейчас просто прикину. Думаю, что будет маленькая слишком. Вот это подойдет больше. Отрезаем. Кругляшочек делаем. Потом мы их приложим друг к другу. Вот так вот посмотрим, чтобы были одинаковые. Ну, в принципе, одинаковые. Берем клей и приклеиваем к кругляшку. Ой-ой-ой. Так, кругляшок с мехом сюда, потом еще подстригу. Так, и вот сюда. Так, теперь вот это все дело надо приклеить вот сюда. И если оно не приклеится, то придется это все пришивать вместе с кожей. Сейчас я кожу достану. Тут где-то была беленькая. А где она? Вот она. Сейчас. Вот она. Большая кожа. Теперь я вырезаю ее вот этой же монеткой. Монеточкой прям. Она большая будет, но ничего страшного. Она будет еще ложиться на дужку, значит, ее надо побольше сделать, потому что она выпирать будет. Ну, сейчас покажу, в общем. Я вижу так этот процесс. Вот, смотрите, когда мы приклеим и вот эту приклеим, то она, видите, она должна будет, вот она как раз у нас становится, в общем, как раз. Делаем это, знаете, как вот таким образом, не до конца доводим, а вот так. И тогда будет нам все хорошо хватать. Сейчас мы одним махом приклеим, вырежем второй кругляшок. Так. Берем клей и мажемся. Так, тут у нас все вот приклеено. Так,
И сразу вот эту мажем штуку. И начинаем клеить. Вот так. Раз. И вот это вот. Вот так. Раз. И вот таким образом все это держим. Ну, держать я не знаю, сколько надо будет, чтобы оно все склеилось, приклеилось. Да, чем-нибудь бы так. О, у меня же есть штучки. Вспомнила. Я их вчера неожиданно нашла. Вот такие маленькие штучки. Вот такие вот так. Раз. Вон. Только ее надо. Наверное, надо их две. Я когда-то книжки делала. И у меня они остались. Во, отлично. Я думаю, она теперь будет держать. Как все вовремя оказывается под рукой. Большая, это поменьше. Так, ну вот и все практически мы с вами сделали. Теперь смазываем вот эту штуку. А где наша кожа? Нашли одно, второе потеряли. Так, вот она. Смазываем. Не боимся, смазываем. Я, наверное, ушла от камеры, как обычно. Процесс затянул. Главное, чтобы у нас мех смотрел вниз. Так. Вот эту штуку берем, складываем вот так. Так. И. Надеваем вот такие вот штучки. Они спадают. Сейчас вот это побольше. Вот сюда. Не закрылась. Она съехала. Так, вот я поняла, что я слишком далеко ее опустила. Вот так. Большой штукой я сейчас ее так бульк маленькой вот эту вот прикреплю сторону, вот и все. Ну теперь ждем, можно до утра подождать, утро вечера мудренее. Ой, какой у меня тут бардак. Ну, в общем, смотрите, ботинки я одела на куклу, тоже я их сейчас вот тут приклею. Вот этот плащик, он такой же сделанный, только немножко другие ткани взяла я. Сделала двубортным, то есть просто закрыла вот этим вот. Ну, в общем, все то же самое, только другие ткани. Вот. Теперь мы оденем сюда ей вот эти уши, и будет другой образ, совсем другой образ. Вот видите, два разных образа, абсолютно разных, хотя все сшито по одной и той же выкройке. Все, мои хорошие, пока-пока.